На этом снимке очень хорошо виден имплантант. Запломбированные корни зубов со штифтами, верхушки, прослеживаемые всех зубов. За 20 лет в профессии Анжелике Кравцовой довелось поработать с разной техникой. Поэтому новый аппарат освоила быстро. До этого челюстной рентген в ее распоряжении позволял делать только прицельные снимки зубов, что не давало врачу возможности увидеть картину целиком. Я могу сделать сразу полностью все зубы. Это намного сокращает время. Если мы ранее делали несколько снимков одному человеку, это очень... было проблематично. На этом аппарате получаются очень качественные снимки. С появлением современного ортопантомографа врачи смогут с высокой точностью выявлять и диагностировать заболевания челюстно-лицевой полости. Раньше за панорамным снимком шебекинцам приходилось ездить в областной центр. Пациентов города Шебекино и района приходилось направлять в город Белгород, что также усложняло жизнь нашим пациентам. Теперь у нас есть возможность принимать пациентов на территории нашей клиники, обследовать их, что сказывается на более качественном лечении. Шебекинская городская стоматологическая поликлиника обслуживает почти 100 тысяч жителей. Медицинский персонал – 28 врачей и медсестер. Это у нас единственная зубная клиника, где люди приходят и получают качественные услуги. А сегодня мы выходим на новый уровень благодаря новому современному оборудованию, которое не уступает другим лучшим заведениям, которые находятся по всей Белгородской области. Средства на новый аппарат выделил фонд поколения Андрея Скотча. Подобное техническое обновление в ближайшее время ждет Новооскольский стоматологический кабинет поселка Прибрежный и детскую областную клиническую больницу. Оборудование уже закуплено. За время работы фонда поколения более миллиарда рублей направлено на благотворительные цели, оказанные для медицинских учреждений Белгородской области. И вот сегодня нам очень приятно, что мы сегодня смогли удовлетворить обращение трех главных врачей медицинских учреждений Белгородской области, которые оказывают стоматологическую помощь на своих подведомственных учреждениях. Глеб Дудкин, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья.